Добрый день. Получать высокий устойчивый урожай без заботы о почвенном плодородии достаточно сложно. Верхний слой почвы с течением времени разрушается, переуплотняется, теряется структура, нарушается водный и физический обмен. О том, как с минимальными затратами повысить почвенное плодородие, улучшить структуру почвы, восстановить биологическую активность почвы, вы узнаете на вебинаре 24 июля. Присоединяйтесь.